Можешь сразу тонально набрать. Угу. Там голубой светлый, тут голубой темный. То есть тональный рисунок швырнуть на холст. Все-таки с веществом. С веществом. То есть там хорошая такая густая манера исполнения. Поэтому вещества нашвырять. Дальше уже плюс коричневый, плюс зеленый. То есть, так, чтобы было. Звуки. Потом перейдешь на мелкую кисть, нашвыряешь всякого такого, не светового, теневого для начала. Теневого. Нашвыряешь, нашвыряешь. Вот такими мозаичными укладками. Нашвыряешь. Мозаика, мозаика. Смотри, вот она, вот она, вот она. И потом пойдем дальше. Супер. Так, давай немножечко под наши цветки сделаем подсказочки себе. Подсказочки. Хорошо? Зеленый яркий уложишь. Разбелы бирюзы с желтотой, в основном в пользу бирюзы, вот эти разбелы освещенные. Ты видела, да, что я делал? Как бы нервная укладочка вот такая. Вот они. Ну, давай. Значит, маки хороши в формате огня. То есть вот этот огненный характер мака надо передать. Огненный. Не лепим его как тюльпан. Пока это тюльпан. А лепим его как мак. Как огонь. Идея пламени, а не другая идея. Понимаешь, все пламя, все пламя, все это пламя. Это не тарелка, не блюдце, не чашка, не тюльпан. Это пламя, то есть пламенеющее. Вот настроение пламенеющего должно возникнуть, хорошо? А пламенеющее, оно вертикально вверх, огненно, вот с такими переливами. Ладно? Да, я единственное, что не стала дальше, потому что с рисунком не соблюдаем полностью. Да не, ну какая разница? Будет они чуть-чуть иначе, чуть так, чуть сяк. Пока все нормально. Единственное, что белый не самым вкусным образом набран. Слишком много этой трухи. Там более цельные проявления. Более цельные. А где-то есть даже вот такой цвет. Аж почти, почти синий, так сказать. Ну, еще уточнишь, но слишком много вот этого седого. Его еще оформляет всюду не седой. Поэтому дополни. Как-то невкусно село это. Давай. Значит, огонечки. Мозаика, мозаика окружения, огонечки цветков. Тут рубленые они слишком, слишком. Смотри, вот я их сейчас начинаю рубленность уничтожать, и ты скажешь, ух ты. Согласна? Смотри, и он сразу факелом стал. А так он немножечко не огонечечек.
такие примученненькие. Посмотри, вот непримученный. Ты согласна? Вот он, пожарчик. Светика не додаешь. Там почти белость. Есть такое, да? И сразу свет в картине. Почти белость. Чтобы они не были большими, их всегда можно вот так вот подчикать. Но зато будет легкость исполнения. Ты понимаешь? Нам легкость исполнения этих ребят очень важна. Ты понимаешь? Чтобы они не были вот этим, ну, тюльпан. Именно потому, что он как огонечечек, ты понимаешь, вот такой вот он, не очень собранный, чуть-чуть, у него даже вялые такие эти листики, они как гофрированные. Ладно? Ты согласна с этим или нет? Да, согласна. То есть такой огонечечек. Так. Кистью понашвыряешь вот эти вещи. Суховато, да, как? У них такой немножко суховатенький. Стволик. Я бы приподнял чуть-чуть вот этого товарища. Какой-то кургузенький. Пусть здесь будет. Так. Вот этих немножко накидаем. А, чего мы чуть-чуть? Квадратновато. Хорошо? То есть мозаичный характер очень здесь различим. И это как раз вот тот случай, когда, вот я же говорю, что мозаичный характер обязательно сделает художественно. Потому что сама по себе мозаика всегда здорово звучит. Ну смотри, появилось пятно, да? И уже зазвучало. Что? А я хотела спросить, с этим неревом оно у меня все равно не получалось. Вот, с старым. Здесь вроде тоже мозаика, но как будто вот сюда вот так вот склонилось. И я... Есть, есть. Но это за счет вот этих вот мест. Вот за счет этих мазочков. Вот они создают этот ритм. Вот здесь вот создают они.
вот здесь. Угу. Такой длинный мазок, заритмованный. Угу. Здесь чуть-чуть по вот этой траектории. Здесь чуть-чуть по вот этой. Ну вот, выбери шаг этих квадратиков. Ну, с квадратиками сразу, смотри. Единственное, что не квадратики, это сами цветки. Светлого не доставало. Потом, может быть, чуть-чуть их тоже оквадратним. Ну, только чуть-чуть. Вот это, конечно, чепухнень. Вот ей бы быть не такой, смотрите, какая чумазенькость. Вот, и никаких там чернявочек, еще каких-то неприятностей. Только разбил розового. Ты понимаешь? Вот, сами сразу получается. Разбил розового. Смотри, к этому аленькому разбил розового. Очень здорово звучит. Давай так. Сейчас уже дохожу до вас. Вот этот вырезанный характер. Есть такое, да? Как бы одно обрезало другое. Мозаичные дырочности появляются, да? Сегмент мазка выбрал достаточно похожий друг на друга. Стайками раздаю. Тоже мозаично, смотри, я не забиваю все подряд, оставляю эти дырчатости. Стайка. Идею вот этих
сейчас идею мозаичности продолжаю. Давай в таком ключе. Вот эти, может быть, еще содержание. Чуть-чуть можешь. Не, ничего такого сверхъестественного я не планирую сделать. Все хорошо. Чуть-чуть затереть пятно. Я сначала сделала это, чтобы нести. Капец. Кажется, что все-таки чернявенько не доложу. Видишь, я сочетаю сейчас кисть и палец. Да. Ну, у них там всегда чуть-чуть темнее, поэтому...
нехорошо, что они встык. Угу. Всегда красиво, когда что-либо заслоняет. Вон, лепесток заслонил. Кто заслонил? Все позаслоненное. Так. Да, вот с этим ярченьким повкуснее стало. Недооценила красоту розового. Разбил розового. Ну, пару таких ярких. Прозрачность лепестка появилась. То есть он хоть и темный, но изнутри как бы светится. Помнишь, розовый я положил? Ты его недооценила все. Я, помнишь, положил, еще отметил его. Было и такое. Не ну, в целом все нормально. Спасибо большое.